Всех приветствую на канале Ярославский огород. За окном 28 мая. Конец мая – лучший период для постановки на укоренение зеленых черенков. И сегодня мы с вами именно этим и будем заниматься на примере черенков Йошта. У меня трехлетний мощный куст этого отличного растения с очень вкусными ягодами. Существует множество способов зеленого черенкования. Мы с вами сделаем самый простой, который сумеет повторить даже новичок огородного поприща. Подходим к кусту и выбираем мощный побег этого года и отрезаем его. Далее берем пустую пластиковую бутылку, разрезаем посередине, делаем разрез верхней части по краям, в нижнюю часть засыпаем легкий грунт, у меня это торф, и увлажняем его. Берем черенок, обрезаем вершинку, чтобы не рос вверх, обрезаем полностью два листа снизу черенка и оставляем один листочек, можно его наполовину и более обрезать. Он в данном мероприятии не сыграет существенной роли. Опускаем черенок на два обрезанных листочка в грунт с той целью, чтобы из них пошли корешки нашего будущего куста, который сохранит все материнские свойства. Закрываем сверху второй половиной бутылки и ставим закрытую бутылку в тенек, например, под тень яблони, по соседству с клюквой. Видео про пересадку которой можете посмотреть по ссылке в конце ролика. Всем спасибо за просмотр. Лучшая благодарность будет, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!